Всем привет, ребята! Сегодня выехали в этот прекраснейший лес. Как видите, тут дубы с соснами растут. Болит, конечно, мне сердце. Был вчера, я писал в сообществе на эхо-кардио, короче, проверки. Ну, говорят, нормально все, но сердце все равно болит. Но все равно сегодня поехал, снимаем в воскресенье. Выйдет видос в четверг. Надо же для вас контент. Ходили полдня, уже 3 часа дня. А мы здесь с 7 утра ходим, ничего не нашли, один шмурдяк. Но вот, наконец-то, у нас сигнал. И вот, смотрите, ребята, какой он. И это монета, друзья. Сейчас вам мы ее покажем. Друзья, выкопали яму мы. И вот первая находка на сегодня нормальная. До этого один шмурдяк. Патроны, да, патроны были. А сейчас вот находочка. 20 копеек. 46-й год. Сохран идеальный, песочный. Ямки закапываем и идем дальше. Друзья, сигнал. И вот монетос. Монетос. Так, смотрим. Поздние советы. 1 копейка. Прям в штемпеле. Отлично, ходим дальше. Едем на новое место снимать для вас вторую часть, второй день копа, потому что в первый день ничего не нашли. Едем дальше, смотрим, село здесь такое. По картам была старая дорога. Посмотрим, все вам покажем. Шелковица зацвела, и ягоды есть. Какая красота, смотрите. А тут вот такая вот смарека растет. Друзья, ходим по вот такой дороге, выкопали ямку здесь. И вот был сигнал. Сигнал был медный. И какой-то обломок чего-то с надписями. Сейчас выронил. Вот он. Какой-то обломок с надписями. Даже нет вариантов, что это. Может, обломок какой-то монеты. Ну, ходим дальше по этой дороге. Друзья, ходим по над дорогой. Вот такой. Выкопали пару уже цветных сигналов, но шмурдяк. Но ходим пока. Ребята, тут только копнули тюбик, и вот тут рядом. Вот такой вот сигнал. Так, сейчас я его копну. Копнем. Ужас, укопать невозможно, друзья. Так, проверяем. Так, выкопал.
Сейчас пином проверяю. Проверяю пином. Писала же, что выкопала. Так, книги же где? Так. Опа. И это, друзья, монетка. Монетка, вот я вижу кругляшок, вот. Смотрим, что за монетка. Побитая, конечно, убитая. Но монетка. Не вижу, видно, нет? Не видно вообще, что за монета. Но вот сзади видно вентиль Николая Первого. По размеру. Ой-ой-ой, уронил. Сейчас надо будет искать. Денежка вроде бы. Вроде бы денежка. Так, ладно, идем дальше. Так, друзья, проверил я яму, смотрите. Ищу сигнал, и мы его сейчас выкопаем. Надеюсь, что еще одна монетка. Надеюсь, еще одна монетка. Так, проверяю. Ну и внутри нет. Непонятно. Давайте пинпоинтером, вообще непонятно как-то. Давайте пинпоинтером. Вот пинпоинтером есть. Монета, монета. Вторая монета. Вот видно. Вторая монетка. Тоже денежка, тоже денежка. Это в лучшем сохране. 1853 или 4. Так, идем дальше. Так, друзья, еще один сигнал на этой лесной дорожке. Сейчас его покажу. Так, я его сейчас копну. Так. Проверяем. Вырыл. Ой, не включил. Не, все равно вырыл. Так. Я уже увидел уже. И крупняк, друзья, крупняк, монета крупная. Гляньте только.
Империя. Вижу стопроцентную империю. Очень большая монета. Так, сейчас. Фокус. Это что-то Александровское. Или копейка. Или две копейки. Но год видно. 1811. Так. Ну, в конце покажем, что расскажем. Друзья, снимаю конец дома. Начался резко ливень. Мы машину бежали и уехали. Вот находки за 2 дня. У нас были вот такая вот 2 копейки оказались. Царица полей. Вот такая вот 20-ка 46-го. 2 денежки. В одной ямке были. Очень красивые. Почистить надо будет. Думаю, будут красивые. И вот такая вот красивая 1 копеечка. Очень красивая. Сохран идеальный в патине. Ну и 20-ка, если в аммиаке почистить, будет тоже хороша. Спасибо, ребята, всем, кто посмотрел этот ролик. Оцените его лайком. Также можете написать комментарий. И всем удачи, всем до встречи.